Последний пункт нашей программы – самый крупный город страны – Коломбо. Едем мы туда не на нашем комфортабельном автобусе, а на ланкийском поезде. Сто 130 лет назад Антон Павлович Чехов писал: «Здесь, в раю, я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами». Эх, как жаль, что остальные записки Чехова о Цейлоне съел его любимый мангуст по кличке Сволочь. То ли пальмовые леса с тех пор повырубали, то ли на носу Антона Павловича было розовое пенсне. В 2004 году 7-метровая волна цунами смыла не только убогие лачуги, но и целый поезд вместе с 80-тонным локомотивом. Из 1700 каким-то чудом спаслись только несколько человек. А мы добрались без всяких приключений. После посещения Сахалина этот город произвел на Антона Павловича неизгладимое впечатление. Еще бы! Англичане обустраивались фундаментально. Квартал для знати, квартал для обслуги, набережные, театры, музеи, шикарные отели, парки и дворцы. Думали они не только о себе. Открыли больницы, храмы, мечети. И все это до последней зеленой лужайки наверняка содержалось в образцовом английском порядке. Мы, к сожалению, на Сахалине еще не были. А по сравнению с Токио, Шанхаем или Сингапуром, Коломбо выглядит провинциальным и неухоженным. Англичане наставили здесь много башен с часами. Но после их ухода время на острове удивительным образом замедлило свой ход. Мы входим в храм Гангарамая, самый богатый на Шри-Ланке. Этот храм пользуется огромной популярностью во всем мире. Никто не приходит сюда с пустыми руками.
Подарков накопилось столько, что некоторые залы похожи на дорогую антикварную лавку. Но иногда это уже смахивает на блошиный рынок. Что поделаешь, каждый приносит, что может. За 120 лет буддийские монахи превратили храм в просветительский центр. Здесь помогают людям достичь здоровья и благополучия. Здесь обучают не только основам буддизма, но и многому другому, вплоть до компьютерной грамоты. И, разумеется, здесь учат тому, как стать счастливым. Как сказал Будда, для этого достаточно поселить счастье в своей голове.